Всем привет на моем 90-м стриме, мы продолжаем проходить игру Lost Odyssey, вот уже 18-ю часть по ней. Привет, Снап. Так, запускаем. Так, а на чем мы в тот раз остановились? Я, как обычно, уже подзабыл. Что-то, ну, сейчас вспомним, включится. Детей нашли. Что-то там, по канализации полазили. Ну, не знаю, Снап, вроде как обычно, примерно. А, точно, мы же там пришли в лагерь беженцев, которые от холода тут прячутся. Тут еще как квест выполнили с этими ящерицами. Насколько я помню, нам нужно просто бежать дальше. И у нас сейчас тут бегают Дженсен, Минк и дети. А, ну правильно, мы ищем как раз таки Кайма и Сару. Ну, потому что они же там улетели на поезде куда-то в глыбу. И нам нужно узнать, как бы, ответить на очевидный вопрос, живы ли они или нет. Crashed Magic Train Site, ну то есть зона аварии, да, магического поезда. Вдруг мне тут такой-то поворот. Ну, посмотрим. А, вот он разбившийся. Так, а сундуки с поезда не попадали? О, что-то все-таки попадало. Обломок, да? А, не, 500 денег кто-то выронил. Смотри, магический поезд. А, файл это чё? А, ну понятно, ну типа, о, вот где он упал. Возможно, Кайм и Сара где-то неподалеку. Что за ужасная груда металла? Здесь не осталось вещей или что он имеет в виду? Ну, короче, не суть. А, ты не думаешь, что они могут быть под обломками? Вот это, да, он спрашивает. А, немного тут уцелело, он говорит. А, привет, Тор. Ну, я вчера предупреждал, что будет стрим. О, подожди, о чем это я говорю? Эти челы же бессмертные. Не, Снап, не было. Ну ты что, не помнишь, мы же на этом остановились. Не, я не могу найти его, их.
Не, ну я просто с Тором в скайпе переписывался, и он спросил, будет ли стрим, вот и все. А, слился и не сохранился, ну да. Так, а не думаю, что они тут, надо поискать по округе. Нечем беспокоиться. Че? Нет ли там большой дыры под обломками? Возможно, они упали туда. А, похоже, мы единственные в округе, говорит. А, то, что говорит там, а, нету большой дыры, да, под этим мусором. И, ну, они. Ну, короче, я понял, вроде. Не, она говорит, ты имеешь в виду, что они упали под землю? Кстати, а ей вообще не холодно, не? А, тут правильно, дыра под обломками туда упали. Но нет возможности подняться или опуститься в дыру. Так что, думаю, ну так что Каем и Сара просто ждут нас, чтобы мы спасли их. Но ты только что сказал, что нету возможности, ну, невозможно, чтобы мы поднялись, в смысле, спустились туда. А может быть есть другой вход? Здесь пещера была сверху. Думаешь, она уходит под это место? А, поблизости? Здесь пещера поблизости. Думаешь, она уходит под это место? Так, вижу, что-то блестит мое. Семечко блестит. Стоп, а вон там мы не посмотрели, что ли? Оно все еще теплое, ну там испарения идут. Учитывая, что он вообще не на топливе работает, ну, не в преимущественном смысле слова, да? Чему там гореть? Сейф? О, я же говорю, сундуки посыпались из поезда. All barricades, да у меня же, по-моему, уже есть это. Ну хоть под конец игры адекватные приоритеты приняли. А, был Шилдус. А, точно. А шестой уровень-то белый никто не умеет же еще. Ну, на всякий случай засейвимся, хоть и ничего такого не было. А вдруг будет сейчас. Вылезет какой-нибудь ужасный монстр в пещере. А как она оттуда увидела эту пещеру? Неужели так было хорошо видно? Путь потока? Path of Stream.
Интересное название. А, здесь становится жарко. Да, что происходит? Ну, значит, Минг не зря раздетая. Ну, легко одетая, в смысле. Раз тут жарко. Из-за чего это ответвление? Лишний бой, чтобы дать? Ну, тут же нападают, я уверен. А, гейзеры. Ну, говорит, типа, какого фига это тут так горячо? Естественный гейзер. Ну, вот... Боллинг, не знаю, ну горячая вода выстреливает с земли. Будь осторожен, будем осторожны, ну, чтобы не поджечься. Ну, короче, очевидность, что-то Дженсен какой-то это. А, кипящая. Дженсен Слоу, не знаю, что такое гейзер. Или они думают, что игрок не знает, что такое гейзер. Мне показалось, тут сундук стоял, нет? Так, а тут тупик, значит, надо посмотреть. О, моё. А, ну это семечко опять. А я только сейчас заметил, что у Мака вот это его оружие, оно у него на руке прикреплено. А я раньше не понимал, как оно, где. Так, кто там? Какие-то насекомые, ну жечь, значит. Да, какой я внимательный. Ну а что, она всегда была, да, видно? Ну вот. Давай-ка. Шедоу попробуем. Ну, а ты пока ничего. Я не знаю, странно, что-то не замечал. Сейчас блестит, заметил. Ого, а что-то они тратят, это нормально. Все такую, что ему он лечиться не может. Хотя смысл атаковать, если они сейчас сожгутся все. А, хотя нет, их же не пробьет, то с первого раза огонь. Вряд ли. Больше 1000 потратит. О, один лежит. Да. Что-то тут это, какие-то суровые обитатели. Ну, смысла ему лечить нету, у него такая донная магия. Ну, белая. Вот она, да. Хотя пусть она поднимет для начала. Ну а ты уже хил, если успеет, конечно. Все, Дженсена прибьют. Точно.
Ну ладно, зато Макс здоровый. Так, ты давай атакуй. А ты уже поднимай. Ты тоже атакуй. Да что ж такое? Ясно, надо магию воскрешения, а вот хз, походу нет уже, видишь, третий диск. Ну не знаю, может под конец там. Но оно особо не нужно как-то здесь, в принципе, что предметов этих тут куча, денег куча. Так, что-то я не заметил, что... А какой у них там написан тип? А, у них элемент огонь, я их огнем бью. А огонь у нас бьется, по-моему, землей. Да, надо, наверное, накладывать в таких битвах баррикаду. Нет, щит, щит. Ну, короче, от физической, да, щит, по-моему. Все время путаю. Под конец жанра? То есть, в смысле, когда жанр же RPG загнется или чё? Так, Минг, Кук и Мак что-то выучили. Стоп, а чё он мог выучить-то? Вот это? Походу. А Кук чё выучил? Блин, надо было посмотреть. А, мин... Нет, это было... Стоп, а что она выучила-то? Ментал стабилити, что ли, у неё не было? Походу. Так, наконец-то ей что-то можно другое дать. Очень долго это учила. Так, тут она что все знает, но яд, итемс, увеличивает физический дефенс. Ну пусть вот этого доучит уже. Так, и... Ну вот, вместо антисна тогда поставим. Это черный у нас атак он шестого. Стоп, а я его довольно все быстро. Так, куда? Наверх вначале? Ну, в смысле, на север или на запад? Надо вначале на север сбегаем. Стоп, вон там что-то есть, да? Пикап там что-то было. Прям в гейзере.
Ой. Бывает. Ладно, хоть не смертельно. Да. Я же даже не сделал шага. Надо полечить их, что ли, всех. Что-то у Минг так мало здоровья, ну вообще максимально. Так, ну надо по-любому назад тоже пробежать, вдруг там что-то интересное лежит. А я не взял. Опять это. Так, ну ты давай по-прежнему All Flower задвигай, а вот ты уже All Shield. Они же в основном физической, по-моему, делают. Хотя, давай можно и All Barricade на всякий случай тоже. А то что-то они в тот раз сильно как-то доставили проблему. Ну, этих, они же вроде дохнут с огня, смысла вроде их бить нет. 875, ничего себе. Ноль, надо же. Ну, чуть запоздали, конечно, но хоть лучше поздно, чем никогда. Так, давай ты тоже хилу на мака. Ну ладно, пусть мак тогда в атаку на этих идет, раз у них GC пока еще полный. Смысла нету бить за одним. А, ну не успела полечить. Да что ж такое. И тратят они все равно очень много. Ни баррикады никакие не спасают. Все, мака ушла. Так, ангел сплю. Хоть одну бы эту птицу добить бы, а то очень много урона наносит. О, еще одна. А я не успеваю ничего делать просто, они очень быстро атакуют. Странно, что второй раз на одного персонажа эта атака не проходит за одну серию. Так, ну надо атаковать, потому что лечиться можно до бесконечности. Так, ну хоть одну он добьет сейчас. Странно, этот удар, он оставляет какой-то процент, что ли? То есть, это типа как деми. Почему он так мало сейчас потратил у Кука? То есть, она все равно живая осталась, хотя у нее было 300. А когда у нее было полное, она все равно оставила там те же 300.
кто какой удар. Так, ну, Зефиру она просто не успеет выполнить. А, удар Hell Drive. Эпично. ГГ. Что-то жесть. Странно. Почему такой резкий контраст? Ну, вообще-то это не регулярщина. Что, не заметил, насколько они сильные? По сравнению с тем, что было вот всеми ящерицами или там... То, что было, это нерегулярно, это новое абсолютно. Да нет, да какой, ты таких когда-то видел до этого в этой игре? Не было таких. Так что это что-то новое. И причем они заметно сильнее. Так что я бы не назвал бы это обычными какими-то врагами, которые и до этого типа всю игру встречались. Так, а какой у них элемент-то? Стоп. Fire, fire, fire. Ну, для этой локации... Не, ну... Нет, да не подожди, ты не так говоришь. Для этой локации это просто монстры, которые здесь встречаются. Но в этой локации просто встречаются нерегулярные монстры. Ну, то есть необычные, которые там какие-то... Очень легкие были до этого. Они для меня сейчас нерегулярные. Ну, потому что они сильнее, чем все, что было до этого, ну, как бы резкий скачок. Как можно их назвать регулярными? Ну, в этой локации, да, обычные, обычные, но для меня-то они необычные. Надеюсь, Дженсен их прибьет с одного удара. Не прибил. Дыхание, наверное, как физика. Ой, как магия. В смысле, Тор, какие твои рассуждения? Не, я просто не понимаю, как можно назвать что-то обычным, то, что меня резко убивает, хотя все, что было до этого, я вообще практически не напрягался даже на боссе. А тут обычные монстры и унижают по полной, и их называют обычными, регулярными.
Ну как-то я этого не очень понимаю. Ну, снап, это нормальная логика. Они необычные для меня. Это все же относительно. Ну, в начале игры для меня вообще все были необычными. Как если я только что включил игру, как для меня что-нибудь здесь может быть обычным, если я первый раз в эту игру играю? Ну, ты тоже сказал. Так, а сколько у них осталось здоровья? 378. А, у этого много. Ну, сильные, ну сильные и необычные, это в данном случае одно и то же. Потому что обычные, это значит, ну то, что я как бы там, знаешь, одной рукой иду там, постоянно отбиваюсь, это вот обычные. А когда что-то я вижу такое, что меня заставляет напрячься, для меня уже необычно. Добьет? Не добил. Да у него там осталось, по-моему, вообще чуть-чуть совсем. О, Минк... А, не, Минк жива пока. А вот про Дженсона этого не скажешь. 56, 55. Постоянно кого-то поднимать надо. Стоп, а чё маг не добил того? Что-то я пропустил этот момент. Ты чё? По лицу только можешь стоять, шлёпать. Не, ну это уважительная причина, но до этого... Так, ну ладно, надо вылечить, попробовать успеть. Даже предметов не дали. Маг выучил 6-й уровень Spirit Magic. А, ну да, я же опять эти скиллы на должен расставить. Так, 5-й уровень, белая магия. И что там, Spirit Magic у нас? Faster, Speed Up, Speed Up, Skill Activation Time on One Party Member. Делай Slowdown, Skill Activation Time on Enemy. Ну, что-то не очень я это пользуюсь как-то.
Кстати, вот это интересно, почему здесь магия не открыта? Ее нужно было именно как предмет, что ли, найти? И тут вот тоже. А композитная, когда будет новая-то? А это что? А, так она тут не отсортирована. А, кстати, он лечение от яда, от плеча, от печати, от камня. И даже от любого статуса, но оно очень долго кастуется и аж 90 МП. Ну, 90 МП это перебор на самом деле. Пойду тем же путем. Тут же вроде что-то находил, а не. Не, я не понял, где я что-то находил, а вон там вирус светится. Семечко, да? Вообще я так и не понял, как они определили, что под поездом есть дыра? Типа там видно, что детали провалились или как? Ну, обломки я имею в виду. Не-не-не-не-не-не-не, сейчас отшвырнет. Не, не отшвырнуло. Нет, отшвырнуло. Ну, кстати, тратит оно не очень много, так что, в принципе, наплевать. Так, там вроде ничего нет. Ой, ну это было не специально. Привет, Dark Angel. Нет, это третий диск, но не начало диска, а уже, я так думаю, где-то ближе к концу диска идет. Дело. Итак, наконец-то мы дальше проходим. Надо полечить всех, а тут что-то они все какие-то потраченные уже опять. Ну, когда-то был, да, первый диск. Это действительно истина. А потом даже был второй диск. Путь темноты. Главное не пропустить мои вещички тут разбросанные. Не вижу ничего полезного так сходу.
Наверное, можно просто пробежать. О, сколько их? Да ладно. Ну что-то жесть. Так, они же огненные, по-моему, да? Угу. Стоп, я что, и черную магию не выставил? Да ладно. Не может быть. Она же вроде в... учит там, где скиллы. А, учит, но не выучила, да? Блин, ладно, затупил. Ну, нам, в принципе, она, наверное, не особо прям сильно сейчас нужна. Наверное, главное, что у нее белая есть. Не успеет, наверное, не скастовать это, их грохнет быстрее. А пусть она вон кастинг саппорт на Дженсена. Может успеет, чё. А ты давай попробуй шедоу. Так, ну 39 это мало. 40 это мало. Сойдет. А, ну это еще терпимо все. Пока они бьются в ту полосу заднюю. О, кастинг саппорт. И он уже сразу делает олграунд из-за этого. Что-то тратит не очень-то много. А, олграунд, а надо было граунд, да, или как там. Что-то я не только станул, да? Олграунд, да, надо было. Ну, возможно, на четвертом диске будет куча катсцен. Ну, не знаю, посмотрим. И да, вообще, как бы не факт, что он до четвертый диск до конца заполнен, да? То есть, сколько им места не хватило, неизвестно. На, ну, типа, чтобы на три диска уместить. А вот. Да ладно, никто не сдох. Ну вот сейчас, наверное. Кстати, довольно-таки неплохой урон. Ну, по крайней мере. Не бесполезный. Ну все, я думаю, добьет. Ну, кук, конечно, досталось тут. А музыка, да, ну я уже говорил об этом не раз. Да, музыка здесь вставляет. А, так, Минг выучил Defense Boost, Кук выучил Reduce Casting Time 1. Значит, что-нибудь что другое Минг дадим. Potion Booster? Интересно. А, стоп, есть 6 уровня, а чё на 5 уровень тогда учила? Вот, вот лол, чё за... Так у неё... а я почему-то, она 5 уровня все это время учила и... Косяк какой-то вообще жесткий произошёл. Ну, она на вот это учила. Кстати, вот, да, черную магию уже ей надо дать. Тогда пусть по скилл Линку учит чем-нибудь другое. Ну, вон, 6-й спирит. Меню лица как будто бухать месяц. Ну...
Ладно, побегу просто дальше, там вроде бы ничего полезного нет. Ну, если все-таки пропустил, ну ладно. Ну что это за этот, ну, дым здесь? Стингинг, это что? А, жгет глаза, щипет глаза. И мне тяжело дышать, возможно, это ядовитый газ. И чё, там сундук стоит? Чё, да мне-то чё, что ядовитый? Ну, кукон там свалилась, ну, ничего страшного, зато форсию выучил. А, не, не свалилась, меньше одного не опускается. Да, кук сейчас опрокинется, чувствую. Кто-то манифайр, файр, файр. Ну, значит, земелькой их. Так, ты давай кастинг саппорт сразу. А ты? Я даже не знаю. Ну давай. Шедову. Плохо. Так, вот Минг бы еще успела бы скастовать. Было бы здорово. А, или она не пыталась, что-то я забыл, я ей поставил или нет. Ладно, если что, сейчас он, у него увеличенное это, кастинг тайм, так что... А, да, она тут отдыхает, ясно. Ну, пусть это хил себя. Ты давай шедову. Надо по-быстрому убивать. Сколько? Да что-то это охренительно слишком. Это тупо ваншот, у него даже если полное здоровье было бы, он все равно бы сдох. Okay. Мега Рыныч, ну да, вот что-то не по уровню. Ну правильно, по самый здоровый. Хилл, давай успей. Ты поднимай. Так, ну поднять он успел хотя бы. Хотя если он по всем сейчас хвостом ударит, ну лучше так, чем по всем. Потому что если по всем, то бы все бы сдохли. Я не хочу опять от сейва бежать. 980 так мало, он еще такой же удар выдержит. А, не, не выдержит, но все равно. Так, хил, ну давай, успеешь, может, все-таки. Поднимай братана. Да, каждый бой такой уже не заставляет напрячься, а не просто тыкать время кнопку А.
Так, ну надо. Так, ну пусть она полечит, насколько у нее хватит там, собственно, этого зефира. Теперь мана. Тебе мана, еще тебе мана, тебе и тебе, и тебе, еще тебе. Тебе вообще много. Теперь ты еще лечить всех будешь. А, ну всех тут, в принципе. И еще тебе мана. В принципе, маны куча. Не обязательно экономить. Думал, софткор на курорт приехал. Не, ну, что вы накинули? Кто сказал, что хочется? Я просто констатирую факт. Сразу накинулись. Стоп, туда нельзя? Не ясно. Прыгай. Так, а туда тоже можно, да? О, сундук. Ну там по-любому экскалибур какой-нибудь лежит. О, ну почти. Что это такое? Какое-нибудь новое ненужное кольцо. А, это же не кольцо, это... А, шестой уровень Spirit Magic. Ну, ненужная вещь, поскольку у нас маг уже знает. И от него можно учить. Но, в принципе, не самая бесполезная все равно вещь. И, в принципе, если мы будем играть за команду, где нету мака, то вот можно с нее учить этой вещи. Что, у нас там все те же? А, опять их целая куча, но это... Не прикольно. Давай опять свой шедоу, она обычно добивает неплохо. Вообще, снап FF13 я буду проходить, ну не на стрим, а так. Я сейчас 9-ю прохожу, потом буду все остальные проходить, ну, 10-ю и так далее. Да, кук почти забили. Ну, она на себя весь удар, можно сказать, приняла. Добьет? Не, не добил. Ну, тогда бесполезно был бы удар, потому что все равно у них там мало осталось, и граунда его их добьет. Добило бы и без шедова. Я не знаю такого стримера. Я вообще мало стримеров знаю. Ну и смотреть я это не хочу. Я хочу это пройти. Так. Ну надо лечить. Пусть сама себя лечит. Вообще, что-то у нее мало как-то здоровья, если честно. Ну, в принципе, максимального. Меньше, чем у всех.
значительно. 670, что это такое? Эти прыжки сделали, я так понимаю, чтобы хоть немножко, да, разнообразить геймплей. Я хочу убраться отсюда. Здесь становится все жарче и жарче. И здесь... повсюду слизь. Стереть А на паде. И также воняет здесь ядовитым газом тоже. Я не думаю, что мы можем пройти через это. А мне кажется, норм. Да норм, побежали. Чё ты паришься? Ну вот и все, криков-то было. Там сундука нет, нигде никого. Так. А, вон что-то там блестит. Так, как туда пройти? Ну, семечко тоже пригодится. О. Деньги? 1000? Ничего себе, тут это золотой рудник. Или как это называется? Пятьсот. Так, я прямо смогу, да, пробежать вроде, да. Ну, возможно, конечно, что-то пропустил, но что-то неохота среди этого бегать, тем более тут враги сильные. Мне кажется, там ничего не было особенного. Ну, какой-нибудь опять семечки какие-то. Путь странных скал. Ой, я поджарюсь здесь. Как же жарко. А, не, сейчас. Как так, что, как может быть такая жара под ледником? Ну, точнее, под снежным покровом. Ну, это жара накапливается из... из недр земли. Нам нужно быть готовым ко всему впереди. Ну, типа, предлагают восстановить здоровье, да, и все такое. Ну, дали бы сейф тогда. Кстати, я какое-то кольцо там сейчас могу вроде собрать. Мне вот этих вещей, кажется, не хватало. Какое-то мы там смотрели. Это нет, нет. Это что такое? А.
А, вот, кстати, красть вещи при атаке, да? Или просто увеличивает вероятность украсть. Сразу второго уровня. Стоп, а кому его дать? Дженсену? Ну да, он же может красть. А, да. Ну ладно. Так, что-то потраченное, да? Не надо причить. А, ну да, оно же только при физической атаке, да? Тупик, вот просто чтобы лишнюю битву мне нафармить. Ну зато типа не так коридорно, тупики есть. Ну хотя просто коридор с тупиками. Но этих надо жечь огнем. Хотя против ветра. Да, по-моему, огонь, да? Так. А ты землей, может быть, потому что задних уже пробьешь на тот момент. Вот ты как обычно кастинг саппорт. Ну а ты чем-нибудь бесполезная. Может чем-нибудь повысить там спида. Вообще, чем отличается увеличить скорость одного party member от кастинг саппорта? Я что-то не очень понимаю. Опять этот call drive. Повезло, что все в одного. Просто шедоу, так чтоб не стоял. Вон оно как. Ничего себе тут раздробленная система. Ой, да им хватило. Вот что-то я погорячился насчет хилы для кук.
кстати, у нее 700 здоровья. Так, тут ничего нет. Вроде нет. Хотя, не, может быть, все-таки есть. Надо сходить проверить. По-любому там что-то есть. Не, по-любому ничего нет. А, это если скатишься вниз, ясно. Подстава. Типа гейзер может выкинуть и все такое, да? Это еще что? Да, посмотрим. Земля. А землю у нас, по-моему, ветром. Или водой. Водой, да? Блин, вот путаюсь все время аквару. Попробуем. Так, ну, так как обычно. Ну, пусть тогда попробует спиду сделать. Может, она сработает как Classic Time. Им хватило. Дженсен выучил Black Staff. Кук выучила 6-й уровень белой магии, наконец-то. И маг выучил Вола. Самое интересное, что такое Black Staff. Не понял. А где? Что он выучил? А, это не магия, это... Включает... All staff users to equip Jensen and equip staffs. Не понял. Что-то не очень понял. Так, и белая у нас теперь есть 6-го уровня. Это значит, что... А, так вот же, ревайв. Вот ревайв есть теперь. Кук может это поднимать. Ну, правда, разницы с англ-амплюмом нету, потому что здоровье тоже чуть-чуть будет такое поднимать. Так, а Минг сейчас учит Spirit Magic? Нет, я думаю, Spirit Magic она доучит потом. А сейчас она все-таки будет учить 6-й уровень белой магии. А, нет, так она же уже учит из предмета. Чего-то я затупил. А что она учила? Спирит, да?
А, позволяет кому угодно палки. Да, это важная возможность. Блин, все-таки попал, но не упал пока что. Ну, короче, прикол в том, что пока я смотрю на табличку с названием предмета, меня не откинет гейзер. Я это сразу подозревал, но сейчас проверил уже точно. Ого, ничего себе там бьет. А направо что у нас? Ну туда явно интересней, да? Ой, ну вот. В болото свалили меня. А, туда, наверное, даже не то чтобы интереснее, туда только и надо, да? А теперь... А, что у нас может быть там слева? Я не вижу ничего полезного. В том числе по карте. Да не туда ты прыгаешь, вон туда. Ой, плохо. Понятно. Вообще, конечно, можно было это предвидеть, ну ладно. Ну просто столько тупиков было до этого, что я думаю, может опять бесполезная какая-то. Опять они сейчас Hell Drive свой будут использовать. Хардена тип. Пока что безобидные атаки. Сон кому? А, мы у нее как раз антисон убрали. Чтоб поставить что-то там. А, черно-белую магию, чтоб поставить. Че, она уже проснулась? Че так быстро-то? Так, а какие там типы остались? А, да, неважно, можно даже просто флэр. Ну, землю, по идее, водой. А, так шэдоу даже сейчас отработает и все. Выжил? Как выжил-то?
Так, тогда прыгаем тут прямо. Тут тоже прямо. А тут он туда. Так, подлечиться. В принципе. Еще пока живые все, но все равно. А я, по-моему, маг самый толстый, что ли? Да, что-то прям сильно. Да, наконец-то. Как это сказать-то? Спустились. Земля спустилась. Чё? А, десент это приличный. А, нормальная земля под ногами, все, понял. В любом случае, как долго думаешь, эта пещера будет продолжаться? Что-то типа, если расчеты верны, да, не знаю, Берингс, как перевести, то мы скоро будем под, ну, тут аварией, под металлоломом. А, значит, получается, Кайм и Сара должны быть здесь. А, должно быть так, давайте поспешим, мы должны найти их. Ага. Подземное озеро. А где озеро? О. Я не чувствую пульс. Они не могут умереть. Не паникуй, все в порядке. Останьте. Я не могу слышать. Я чувствую огромное... энергический, чё? Импульс, что ли, или что-то такое? Это годзовский солдат или чё? Не, подожди, это какой-то монстр. А, похоже, как это, униформа у Годза такая же. Похоже. А, источник энергии? Ждал, сидел, да? Вот прям вот. Молодец. Just a manifestation of whatever power is causing this awful cold. Can we save Kaim and Sarah if we beat the creatures? Можно спасти Кайм и Сару, если мы побьем это чудовище. Не е... что-то типа не если, а мы побьем его. А, так, смотрим, какого у него элемент, ну, наверное, никакого или чем-то. А, вода, ну да. Вода, против воды мы идем землей, да? Не, ветром.
Чего ты опять забыл? А, не если, а когда? Чем мы идем против воды? Ветром, да? Не, нелогично. Огнем, наверное. Не, огнем против ветра идем. Значит, ветром. Я так, наверное, за всю игру так и не запомню до конца. Баррикадус. Так, ну посмотрим, поможет ли спида. Косяк. А у нас нету магии чужие щиты разрушать. Что тут у нас есть? Доджер? Нет. Нет. Можно увеличить физическую атаку на мака, то есть на себя. О, Лаквара, ничего себе. Ну это пипец. Ну вот поздняк немножко баррикада, ну ладно. Дженсен в пролете. Где там у нее ревайв? А где? А, вот. Ну чё, давай, маг, в атаку. 10 тысяч тебе надо снять. Ой, ну это жестко будет, по-моему. Ну, ударов там сколько? 15, наверное, надо. Надо Зефиру, но надо тогда ей кастинг саппорт быстрее сделать, потому что долго очень делается Зефира. О. Все-таки не успела на мака полечить. Где там он не ревайв? А, Минг. Ладно, пусть поднимает ангел плюму. Чё ждать-то? Абсолютно ноль. Чё-то мне не нравится по названию это. Неприятно. Еще и заморозился один придурок. Ну как его теперь разморозить? Хотя, в принципе, нахрен он нужен. Кюрол? Не, это очень дорого, да? Диспел. Стоп, а нам не диспел ли надо? Опять маг лежит.
Ну зато Дженсен разморозился. А, не, после смерти не это. Так что, пропал статус? А, не работает спел. Понятно. Так, что у нас? Пофиг, давай Зефиру даже хоть и лежат. А ты уже кастуй ревайв на Мака, конечно же. Он самый полезный сейчас. Может даже успеет их полечить всех. А чё, на неё так и не наложили, что ли, кастинг саппорт? Ну я же... делал. Ладно, Мак, атакуй без пауэраса. Да, в принципе, он всего 100 добавляет. Не обязательно. О, Зефира уже лучше. Так, ну поднимай. Может, надо назад поставить кого-нибудь там, Кук, Минг. А, хотя когда GC-то на нуле, в принципе, пофигу, назад, не назад, да. Опять Дженсен лежит. А, и две ледушки. Стой, ну как, лол. А у меня есть чем их восстановить-то? О. Так, у меня есть такое предложение. Попробуем вначале хилинг танк, сколько восстановит. Ну, вряд ли больше, чем хила, да? Ну, посмотрим. Так, атакую же. А, понятно, понятно. Ну, сейчас ГГ, в общем, будет. Тысяча, а хилы восстанавливают, по-моему, чуть больше тысячи, да? О, разморозилось. Ну и чё? Это лечение вообще ни о чем, да. Так, давай Мака попробуй все-таки успеть вылечить. А ты Минг. А ты такой. Но у него там еще так много, что это, ну это жесть полная. Тем более, если по 400 тратить, чайно. А, у него нечего красть вообще. Так, ну хоть вылечить успели, и то прикольно. Ну, Дженсен там чисто сейчас потратит, конечно, великое прям количество здоровья.
попробуй кастинг саппорт на Минг, чтобы она зефир успевала делать. А ты все-таки попробуй пару раз, потому что без него что-то совсем мало. Да я знаю, что спадаю, но ты видишь, некогда делать. Ну стоит, в принципе, не лучше, чем ничего, чем еще он просто будет стоять. Хотя, может, пусть лечит хоть зефиром обычным. А, они там во льду, я не заметил. Он очень быстрый, его надо замедлять. Но он постоянно делает ходы, причем сильной магией. Его надо замедлять, босс. А, на него же ничего не действует из магии. Он же отражается. Ты сам себя замедлил. Я же сказал зачем, потому что 100 тратит. Это не 0. Это лучше, чем 0. А что еще делать им? Лечить зефиром, но он тоже очень слабо будет лечить. Ну, может быть, да, это лучше все-таки. Ну, так. Хилу на Мака. Ты хилу на себя. Он опять уже без пауэраса, ну... Пусть бьет. А, к тому же Spirit Magic же у Минг есть, пусть она на него пауэр сама накладывает. Ну, если может, конечно. Ну, как видишь, он отразил даже Dispel. Пусть ценой жизни, но Паверус наложит на Мака. Ну, может быть. Ой, у нее мана закончилась. Да куда дефенд? В принципе, больше половины у него уже сняли, но не знаю, продержимся еще до конца или нет. Он сейчас еще что-нибудь придумает новое под конец. В принципе, дела на самом деле не так уж плохо идут. Ну, как бы все равно же успеваю, в принципе, пока поднимать. Хотя где-то на краю бегаю, да, так, в принципе. Ну надо, да, ну я ж заранее не знал. А потом тут как бы уже в суете. Ничего не понятно. Все умирают постоянно, ледяными становятся. Ну вот, в принципе, все живы сейчас. Ну сейчас кто-нибудь упадет, да, так? Понятно. Ну, на него хотя бы, в принципе, немножко отвлекли магию. То есть, так бы больше, я так понимаю, других потратилось бы. А, он еще окаменевший. Я забыл, какая там против камня? А, предмет у меня какой-то. Ой, не камня, а это вот. Вот это, да. У него же Паверус не упал из-за этого. Так, давай-ка поднимай. Неудачненько это. Траваляется постоянно. Три тысячи девятьсот с чем-то там осталось.
стимулянт. Ой, ну надо же, он даже успеет сходить, может быть. Ну, вряд ли, но пусть успеет, может, наложить этот баррикаду нам. А, ну у нее только обычная баррикада, да она вообще не спасет сейчас, надо баррикаду. Так что пусть хоть Зефир может успеет сделать. А, у нее мана закончилась. Так, ну вот, у нее должно быть это баррикадус. Okay. Да на всех долго. Тут, видишь, постоянно валяются. И какая разница, все равно погибают, все спадает, надо хоть на мака. Потому что это за один ход сделается. Ну он Зефир даже не успел сделать. Так, Минг. Стоп, а она же должна была на... Нет, это Кук, да, накладывала, по-моему. Так, ну в принципе здоровье еще есть, рискну Зефиру наложить. Я не видел, а баррикаду наложили на мака? Что-то я пропустил как-то это. А, он лед. Фу ты, я не заметил. Ну ладно, зато сейчас вылечит, может быть, и все успеет. Что он сделал? Я не понял. Ух ты, полное здоровье у троих. У меня, между прочим, размораживал, всего 5 штук осталось. Okay. Ну давай поднимаем вечно лежащего. Okay. Нельзя атаковать руками, да ладно. Ты чем-то прикол? Не, можно. Дженсен неисправим. А, в обратку получил, но выбора нет. Хоть в обратку, хоть не в обратку. Но... Чем еще атаковать-то? Немножко неудачно получилась комбинация для меня. Он же сам, по-моему, тоже оттаивает, да? Или нет? Ладно, не буду рисковать. Что-то надо это. Ситуация немножко ухудшается, надо быстрее решать. Так, хил на мака. Он атакует. Ну хорошо, что он пока что не лег, и поэтому у него не спадает поворот. С урон там добьет, я не видел, сколько там здоровья-то осталось. Могу одевать в бою, на самом деле. Ну, как-то, не знаю, не до этого. Вон же там эквип есть. Ну, я знаю, типа, против льда можно там одеть, да? Так, а ты как будто не знал, я же об этом говорил, что можно. Так, что она делает? Она лечит себя.
Шарфик. А я не знаю, что там можно, я никогда не открывал это. А, ну вот, все можно. Только надо именно тем персонажем. Ну ладно, пусть экипирует. Где этот шарфик? Нет никакого шарфика, ты о чем? Можно, кстати, Fire Damage ему дать. Или Absorb HP. А, вот, Fire Damage даже второго уровня есть. А, так за эквип уход не тратится. Ясно. А, у него 94 осталось, ну. Да, заставил понапрячься этот босс немного. Минку учил Spirit Magic. Ну, типа, дай нам это сделать. Ты вернулся, я не могу поверить. Не знаю, кастанули Revive All, походу. Почему-то в бою не умеют. На этот раз вы спасли нас. Кстати, это пререндеренный ролик, да? Что-то какие-то лица немножко другие. А, точно, это же эти приплыли.
А как они узнали, куда? Well, we've been kind of through hell and back. I mean, we're running and fighting. Not that you'd care. How did you find us? The pendant that I returned to me. What? There's magic energy in it. We've been tracking its output. Короче, маячок ей дали. I see. We've gotten a lot of help from this pendant over the centuries. Yes, we have. Captain, you got a new ship. Капитан, у тебя новый корабль. Это Наутилус. It belongs to my son, Sed. That's me. Wow, the great pirate Sed in the flesh. It's great to meet you. So the great pirate Sed is Seth's son. Ah, you must be Kai Magnar, the immortal doing the dirty work for Uhura. That was a long time ago. And here we have Kaim's beloved wife, Sarah. Pleased to meet you. And Numara's thousand-year-old Queen Mei. It's an honor to meet you. Please, go easy on me. In fact, back then, he hadn't even been born then. Wait a minute. Ming, did you get your memories back? Yes. Ming, твои воспоминания вернулись? Great. Да. Welcome, on behalf of the Nautilus. I think you know this pretty boy here. King Tolton, why are you here? Король Толтон, что вы здесь делаете? He's been used and betrayed by Gongora. So his objective is the same as ours. Типа он был поюзан Гангорой. He's still wet behind the ears, but I think we can make something of him. A daredevil, right, Mama? Daredevil? Yeah, a real macho man. What? I thought something was in your eye. Nothing. Who does your hair? Yeah. It's okay. He's been abandoned by Gongora. Left for dead. О, все, третий диск закончился. Так, сейчас посмотрим, сколько у нас уже стрим идет. Дедок будет конкурировать с неудачником в плане шуток. Так, только час 53. Сейчас тогда 5 минут перерывчик. И продолжим.
Так, продолжим. Ты спишь? Ну, мне снился сон. Мама и что-то я Аврора или что-то такое. А у меня такой же сон был. Ты имеешь в виду, это не сон? В общем, мы двоим приснилось, что типа там их мать тут была или что-то такое, но они говорят, это не сон был. Ну, типа, им мать сказала, что, ну, одни и те же вещи, то есть они как бы вот, не сговариваясь, ну, да, говорят, типа, насчет три, давай скажем то, что она нам сказала, и совпало. Мы больше не можем использовать ее прыгательную функцию. Мы сломали, когда покидали Уру. Это более деликатное, чем я думала. О, ма, не говори так. Мама, что ты? 60? Типа это глупо, не сик, это больной. А типа ты больной, что ли? У тебя какие-то проблемы с этим? Не, я думаю, это очень... Очень мило, да. Где дети? Спят. Ну, они видели Лерум. Я вижу. А, пипец, как странно.
Гангора может не быть здесь, когда мы вернемся в Уру. Снап, ну, Цок пропустил, что этим детишкам приснилась Лерум, ну, то есть, да, их мать, и обоим сразу. И как бы они, ну, там, после разговора поняли, что им приснилось точно-точно одно и то же, то есть такие же слова там и так далее. Ну, типа говорят, это был не сон. Почему? Когда я помогал Седу, Гангора, ну, типа это, ну, как сказать-то. Короче, летел на Грандстаффе. А, ну, в смысле, залез на Грандстафф, и вот после этого Грандстафф полетел прочь. Что, летел? Эта штука может летать? Кинг-Конг. Я думаю, у нас больше шансов найти Гангору, если мы найдем Грандстафф после возвращения в... и осмотрим Грандстафф, да, после возвращения в Уру. Что ты думаешь, Кайм? South, будем искать Грандстафф, да? Да, если мы отправимся на юг, да, если мы отправимся на юг, куда мы прибудем, да, или как это правильно? Ну да, куда мы попадем? Землю восточных трайб. Ну, трайб, это племена трайб. Давайте приземлимся и, ну, пришвартуемся. Ну да, восточных племен. Давайте, ну, пришвартуемся и наберем припасов. Я, возможно, ну, починю Наутилус. Ну, даже не починю, а... Ну, в общем, дам Наутилусу больше силы также. Так у нас общая карта и была, вроде как. Сет, этот корабль субмарин, верно? Можем мы найти подводный подводный тоннель во внутреннее озеро? Это отличная идея. Сет, установи курс. Так точно, мэм. Ты все еще капитан на этом корабле, Сэд. Orders, но ты все еще отдаешь приказы, мама. Я помню все. Холл зеркал. Ну, зал зеркал, точнее. 30 лет назад. Ты помнишь мир по ту сторону? Мы должны вернуться. Мы не можем оставаться здесь. Мы не с этого мира. Да, это я помню.
Типа эти зеркала, а путь другой мир. Мне его позволит, это ты не чувствуешь свет? Я чувствую это. А что, я не понял, что он хочет. Тысяча лет долгое время. Заклинание сна. Оно не сработает. Ну, ты думаешь? Ты не понимаешь. Так долго как зеркала, ремейн, не помню, здесь магическая энергия увеличивается. Не успеваю. Ты поймешь когда-нибудь. Ну я так слишком приблизительно понял. Снап, можешь пояснить, если ты нормально понял? Как бы я не понял саму суть злодейства, что он там задумал. Кстати, мы на третьем диске не нашли ни одного воспоминания, хотя оно там было, должно было быть. А, кучу сил получить? А чё это зеркала? А, ну, зеркала, путь тот Мирон сказал, и что? Ну, в общем, что-то я все равно как-то до конца не понял. То есть, он сказал, пока они тут, то что? Ну, он говорит, затем он убил Лерум, и он... А, и он получил преимущество Анейры. Предавший Сет. А, пока потокеры остаются в этом мире, проход открыт, и они увеличат свои силы. Чем дольше остаются, тем больше силы приходит. А. Так, далее, сейчас. Угрожая мне. А, они все толпой думали уйти в родной мир, но Гонгора захотел поиграть в Бога. А, ясно. Ну вот уже лучше понятно становится. Сейчас я перевожу. И оставляем их подданных
жить в балансе, что ли, или что-то такое. He used our shock and distress to steal our memories. А, поэтому он их в этом мире удерживал всеми правдами и неправдами. Он использовал наш шок и... И что-то еще, чтобы запечатать наши воспоминания. Yes. Да. А, страдания. Фух, так, туториал, ну давай по-бырому. Вдруг там что-то новое. Понятно, Left Stick Direction. Бету океан флур. А, ну в общем, Б это нырять и на поверхность. Под водой также управляется, как на поверхности. Ну понятно, что ледники и так далее, не navigable. РБ, чтобы на мостик. Приземлиться. А World Map Right Stick. Угу. Ну, собственно. Причем глубину мы менять не можем. Мне вот что интересно. Так. Что это? Мы вообще в любой можем отправиться. И воспоминания найти, даже те, которые мы пропустили. Это, наверное, потом, может быть, вне стрима. Да, мы можем почти в любой этот, вон, который не можем, а не красным. Потом, может, не стрима, не знаю, поищу эти сны, может, которые мы пропустили. Вдруг можно в город вернуться, там поговорить с людьми и опять это... А куда нам надо вообще, собственно? На карте этой точки не открыто, значит, нужно самому, да? А как вообще вернуться обратно? Можно? Ну да, только я туда не могу. Ну ладно, сюда тогда давай. А, ну это где мы и находимся, да, сейчас. А, вон. Вон там в море какая-то точка, пойдем глянем. О, вот ворот какой-то. Даже точнее смерч. А если мы в него попадем?
Исчез. Ну так неинтересно. Ой. Не, вот попали, походу. Да, только где их найти, эти саб-квесты опциональных боссов? О чем это они? А, почему я не могу здесь проплыть? Что я не понял? Типа поток какой-то сильный, да? А, не могу. А, не, не могу. Ой, управление такое странное, честно. Вот он не поворачивает непонятно куда, когда камера на меня смотрит. Ну, наверное, игрока. Что-то и в одну сторону стик поворачивал, он поворачивает в одну сторону, и в вторую сторону, он все равно в ту же сторону поворачивает. Это странно. Ну так, а как мне на остров-то приземлиться? Так просто нельзя взять и высадиться. А, здесь подводные должны быть какие-то, да? Ну, вон там, походу, какой-то... А, не, все, я понял. Ну, я вижу уже, да. Вот эта дырка. И где высаживаться? А, ну вот очевидно здесь. Не знаю. Не видел что-то. Великие древние руины. Это было очень давно. Вы были тут до этого? Я думал, никогда не вернусь сюда. That this psychic energy is bound within. That's what you mean, right? Ah, you sure know your stuff. Bad, I guess, after a thousand years. I mean, who wouldn't? Hey, Jesus. Moms are like that. Wait, back up. So the treasure you're talking about is a stinking rock? There was plenty where we came from. Yeah, there's a magic stone somewhere around here that binds the psychic energy of our ancient ancestors.
I risked my life to get one a long time ago. That's what made the Nautilus more powerful than any other ship in the world. Oh, well, that clears it up. A waste of power. What's the matter? With the power of the stone, the people here flourished. But this power also brought them to ruin. Yes. The same thing is going to happen again. This time, we'll see more changes. There is more magic energy now. And I think it's more sinister. Если честно, я не понял всех этих рассуждений про какую-то офигенную энергию, что-то там такое, что-то не уловил. Вот этот камешек доставляет. Как тут все закручено. Древнее транспортационное устройство плавает в воздухе. Ну. Ну, типа, здесь тоже Spirit Magic, как и в том Crimson Forest, где мы впервые встретили этот Spirit Magic. Ну, потому что это работа восточных племен. А, ну ладно, по карте, в принципе, можно понять, что куда телепортируется, ну, в смысле, переходит. А, была у древних убер мощная магия, она связана с камнем, но потом эта же сила их и погубила. А, ну, стандартная ситуация. Таблет-фрагмент. А, с этим камешком Наутилус станет имбой? Ну, ясно. А тут же нападают, да? Ну, по-любому нападают. В принципе, без разницы там и пойти направо и прийти вот на тот телепортер, ну, транспортатор или на вот этот. Да, какая разница. Вообще внизу там довольно далеко падать, ну, неприятно. Кайму-то все равно, а вот детям лучше не надо. Да, по-моему, там не было ящика. Так, и что они... А, нам, кстати, нужно отряд сформировать. Да. Я только сейчас об этом подумал.
какие они там? Fire, Earth, Fire, Wind, Wind. А, вот этот гад, это же вор, по-моему. А огонь у нас чем у нас? Огонь землей, да. Наконец-то кто-то с нормальной физической атакой. Ну, хотя, может быть, я погорячился насчет нормальной. Это еще что? Это яд или что? Антидот? А, в принципе, без разницы. О! Это Spirit Magic 6 уровня, по-моему, он накрал. Так, что им? Ветром? А, нет, они ветер. Они ветер, значит их... Чем? Водой, да? А, он там еще шедоу пытается сделать. Ясно. Надо было того большого прибить с каймом. Что-то затупило. Что-то как-то внезапно все слились. Да, сейчас по-другому расставлю их всех. Бипродукт X? Адамантин Ор? Но адамантин это обычно какая-то имба. Это что такое? А. Так, да я помню, просто интересно было посмотреть. А, ну Сет берем, да, на передний план. Дженсона можно взять.
Или только бессмертных возьмем. Не знаю. Ну, Сара, я помню, очень хорошо лечит. И, ну, в общем, как маг она норм. Ну, пусть потокеры так потокеры. А, нет, у нас же еще... А, ну у нас потокеров-то только четверо. Ну, у Седа атака физическая так себе. Ну, то есть он же стреляет. А, ему уже стреляет нормально из заднего плана, да? А Минг зачем? Зачем на две колдуньи? А, точно, от него же там учить много чего можно. Ну ладно, будем сейчас учить. Так, скилл. Ну, что-то он там учил это, но от кого-то сейчас он не может это учить. Это я не помню, у кого было. У Дженсена, по-моему. Дженсен не в команде, так что учим. Учим. Автощит. Нет ничего поинтереснее. Магия не нужна. Кстати, надо убедиться, что у нас кто-нибудь видит здоровье и тип врагов. Ладно, пусть учит. Ладно, пусть учат тогда вот это, на всякий случай. Колечко на гримасу? Ты о чем? Что за гримаса? Я могу вот это одеть, кольцо, Snatcher Ring. А, ну так, да, причем тут, я не знаю, что такое гримаса. А, ну ок. Так, а скилл у нее что там? Ну чё, пусть автобарьер учит. Стоп, а это не она ли выучила? А, нет, это же Сет. Точно, она же Сет выучила. А, вон, дабл СП у нее есть, да. И у нас еще есть слоты. Можно слоты расставить, кстати. Правда, я не знаю, кому надо, что. Антифриз учит. Ну и пусть тоже дабл СП учит. Так, эквип, что там у нее? А, ясно. Ну, как-то так, видимо.
Слотов. Да, штуки 2 или 3. 5. Аж 5 уже накопили. Ладно, думал пойти сохраниться, но ладно. Просто столько всего понаставили. Думаешь, царь поднять? Ну, давай. Она 2 аксессуара, кстати, знает. Посмотрим, что тут накладывают враги в этой локации. Но пока пусть Ангел Харт поставит. А, у нее тут еще вон кривая вот эта вот штука. Стоп, так у нее такая слабая магия, ей 6 уровня надо. Это косяк. Она 6-го не знает. Так что придется там в команду взять кого-то. Она же предмета нету, кажись, такого. Хотя нет, стоп. Сет, да, по-моему, забрала этот предмет. А, нет, 5-й уровень. Да нету. Вроде как. Нету, либо у кого-то одет. А у кого он может быть одет? А, ясно. Ясно, ну ей надо что-то учить, да. Мани? Так, ну что им предложить? Огоньку? А, тип, у нас тип не пишется. Знаю, но я думал где-то еще, наверное, около часа. Во, она украла что-то. Кольцо какое-то. А что, тебе надо куда-то уходить или что? Странно, я думал, она не добьет. Они что-то промахиваются постоянно. О, вот это круто. Отлично. Стил и хил. Золото украла? Сколько золота он украл? Ну ладно. Да так. Yeah!
Еще одно кольцо украла. Он такой крепкий там. А, все, 9. Сет выучила автошилд, Сара выучила антифриз. Так, ну пусть тогда учит. Resourceful. Или... Не, Double Item пусть учит. Так, платформа. Глянем. Я встал на это, но оно не движется. Может быть, оно сломано? Похоже... оно дает энергию. Может, оно не установлено на автоматическую операцию? Ну, на автоматическую, да, эту работу. Ну, типа, нужно вручную где-то переключить. Переключатор. А может это светящаяся штука переключатель? Давайте попробуем. Не, потом попробуем. Сейчас мы вначале посмотрим, что тут, потому что я посмотрел по карте тупик. Этот семейный камень, это королевский ура. Возможно, это королевская печать. Тот, кто освободит, ну, эти печати, получит 7 этих сокровищ. Что-то такое. Нам тогда нужно в Crimson Forest. Golden Gauntlet. Так, что это? Может, только Толтона можно экипировать? Или это оружие? Нет. А. А, ну автошилд. Ну лол. Это Сет уже давно это умеет. А камень что учит это? А. Ну а надо ему учить все-таки этот Double SP, а то он так очень долго будет учить это. Always ready.
Ого. Тип нам неизвестен. Ну, пропустил то, что мы нашли печать королевскую. Помнишь, такие эти столбы, ну, каменные плиты такие желтые попадались раньше. Прямоугольные, вертикальные стоят. Непонятно что. Толтон, в общем, их может распечатывать, и оттуда вещички очень полезные падают. Типа нужно найти 7 штук. Так что, я так понимаю, нам нужно в Crimson Forest вернуться. Мы же там их видели вроде как. Чё телепорт? Ну, вроде бы как квест на вещи. Ну, как бы нам просто сообщается, что таких 7 штук. Если я правильно прочитал. Не. Никак телепорт. Она просто исчезла, эта плита, и все. Я оттуда вещь выпал. Может, это что-то другое просто? Так, не, пусть лучше по одному лечит. Сан Кристал. Да, Снап, но все равно немножко отличается, хотя мысль как бы да, такая схожая. Так, Минк, Минк, Минк. Ну давай тоже лечи. Чё? Стоп, Сара. Ты Минк лечи. Друг друга будут лечить, станет. Да что же он такой крепкий-то, а? Наконец-то. Обычный хил уже практически вообще не нужен. Потому что они уже тратят почти столько, сколько восполняет Киева. Гейрвин что-то прям крадет и крадет, а? Так, Кайм выучил предметы, чтобы... О, Минк 6, это наконец-то.
Сет выучила ультимейт анализ? От кого она это учила? Что-то не понял. Что ему теперь учить? Ну, пусть кому-то такую ерунду учит. А кольцо я не могу собрать, скорее всего, такое же. Ну, как? Там же предметов не хватит, насколько я понимаю. Ну. Торнадо Лив. Вообще ноль. А Thieves Charm еще одно не хватает. Но могу собрать маг V1+. Ну, в общем, пока только такое простое кольцо могу собрать. Пусть он от яда учит. Ну а Сара, соответственно, шестой уровень. А Сет что, говоришь, выучил? А, ультимейт анализ? All information. О! То, что надо. Так, а кому Сет? Да, у нее что-то уже подобное стоит. Статус анализ у нее, да. Тем более, что она все равно уже автошилд и автобаррикад выучила. И тем более, что так как у нее стоит дабл СП, она быстро это выучит. Ой, что-то я не то убрал. Что я убрал? Блин. Не то что-то убрал. Что там было-то? А, дабл СП там было. Что ее туда поставить можно? А, контргвард, кстати, можно, в принципе, засунуть. А, автошилд или автобарьер надо было, точно. Автошилд пусть будет. Не зря же учил это, но... Так, а по скиллам что там? Ну да. Аминг. Она автобарьер учит. Стоп, а у нее 6 уровня разве спирит нету? Ну да, есть, что-то вступил. И статус анализ тогда ей не нужен. Вместо него можно поставить. Ну, антисон. Так, у Сары.
Стоп, ну то, что вот enhancement стоит, оно же уже действует, по идее, да? То есть, если я уберу вот это и вот это, у нее все равно будет черно-белое, что в уровне. Так композит вообще-то только второго уровня и бывает. Ну, по крайней мере, я имею в виду, ну, у меня, ну, больше нету. Ну, антисон пусть поставят. Не знаю, концентрацию можно, в принципе, попробовать. Либо какой-то еще анти что-нибудь. Антипаралич там, например. Ну, пусть пока будет. Потом разберемся. Так, огромная локация. Ладно, попробуем сюда вначале прибежать. Ничего. Сюда. Платформа. Спуск вниз. А, соединяется спуск. Ясно, тут тупо один путь только, на самом деле. Эй, что это за свет? Другой выключатель, да? Возможно. Но мы не можем... Чего? Но мы не можем достичь его, если мы спустимся на этой платформе. Не понял. Типа мы не сможем вернуться, что ли, или что? А, одного оставить тут, чтобы он управлял платформой. У нас нет выбора. Давайте разделимся тут. Кайм, ты идешь с группой Кук по нижнему пути. И что-то там, где-то мы там встречаемся. Так кто идет-то? Я могу выбрать? О, переключение групп. Интересно. Ну, походу я не могу выбирать. И кого мне подсунули? Понятно. Семейку. Так, получается, кто тут? Сет и Минг по-прежнему учат то, что они учат от Сета. А вот там... А Кайм что учил? Эмпти? А, ну, понятно. А у нее сейчас перед Magic реально только 4 уровня есть? Нет, 5 хотя бы, и то есть, и то нормально. Ну, пошли, чё.
Да нет, по-моему, уже мы все выучили. А, ну правда, он что-то новое выучил уже, маг, с того момента. Сто 68 только, ничего себе, крепкий. Да, что-то я сдупил, надо Сарой было, наверное, атаковать. Ну ладно, на ману немножко восстановила себе. Ну, судя по тому, что он горит, да, ну, возможно, его нужно каким-нибудь льдом. А, стоп, каким льдом? Это же не... нет. Тут такого нет. Ну, водой, да, наверное. Охладим его. А, у него композитный нету, ну что ж такое. Ну давай, акварой. Ну хоть аквой давай тогда. Waterfall кластер украл. Кай, мы еще замедлили, он и так тормоз. И пора лечить мака. Ну это, конечно, ни о чем, он тратит что-то мало. Дейкаем. Устойчивый очень к физическому урону. Фу, маг чуть не лег. Что это такое? Какой-то статус. А, это, по-моему, это тьма статус. Ну, blind. Типа физический урон вообще дно. На вас надо попробовать... А, вот этого точно сжечь. Ну, а ты лечишь себя. Вот по нему уже урон нормально проходит. А, не устояло все-таки. Куда ты промахиваешься, ты чё? Опять валяется. Фронтир сайд райт, чё это такое? Сколько у него там здоровья-то, ну? А, маг, давай. Какой-нибудь шедоу уже сделай, ты промахиваешься все равно.
Да что ж, ей никак не дают ничего сделать, ну. Буду подымать и подымать, пока не получится или пока не сдохнет этот... Не пойми кто. Контрмеры. Удачно. А если power hit? Ну ты вылечишь Рекук или нет? Ну. А ты давай Кайма. Вот. Надо было сразу так делать, что я затупил. White Staff. Кук выучил. Так, вылечить. И можно маны дать. И тебе. А, тебе еще. И еще, да и тебе тоже. Как расходуют они быстро. Что там выучила Кук? Ну, по аналогии с этим, Свенсен ерунда, да, походу? Да, наверное. И кто-то еще что-то выучил, кажись. А, ну может, кстати, да, что-то он выучит от Мака. Волу? Не знаю. Spell Counter? Ну, вряд ли. Ну, пусть учит бесполезную Spirit Magic для него. И Сара. Что-нибудь тоже. Так, ну она, да, научит уже белую магию, так что ей это не надо. А, уменьшает кастинг тайм вообще автоматически. Я так понимаю. Или нет. Ну, в общем, пусть учит. Слотик Кайму для... того, чего он еще не выучил. Ну пусть пока что статус анализ возьмет, а то там они сейчас же не учат здесь. Так, и все, с предмета он не выучил, да? И она тоже. Загадки нет.
Опять они. Сара, ну давай, я не помню, чем его там. Ну, граунды давай. Это вообще форс. Ну, скорее всего, будет слабая карта. Он себе восполняет от удара? Так, ну опять граунду пусть делают, вроде неплохо пробило. Что делает, делает, что-то я не понял. Уменьшает время, в смысле увеличит время кастования магии, что ли, или что? Так, ну пусть пробивает огнем вот эту штуку. А какое ему кольцо дать тогда? У Мака вообще ущерб больше, чем у всех сейчас. Вот у этого днища что-то ущерб вообще ни о чем. А, просто damage up ему поставить или что? Вот как-то так. Чуть осталось. А, все, последний удар. Fusion Drum. Mother Nature Spirit. Странные какие-то предметы. И что, я зря сюда шел? Ну, дно.
Ну, сломанный, короче, транспортер, понятно. Отойдите, он опасен. Эти на дно. Так, ну чели тут осмотрим все-таки. Magical lock key. Ну, это какой-то ключевой предмет. Лестница. Ничего. Ну да, я вижу сундук, но до него надо добраться еще. Ну так и чё, мы тоже в итоге на дно спустились, если я правильно понимаю. Чуть другое дно. Это сундук или что? Нет. И в этих урнах тоже ничего нет, да? Ну как же так? Какая-то цивилизация убогая была. Потому что у них в урнах нету полезных предметов. А где тот сундук там был, что-то я потерял. О. Magic Analyze Book. Композитная магия третьего уровня. Ух ты. Прикольно. А предмет же телепортируется, да? Привет, Экселим. Ну, я вообще чат читаю, а насчет контента, ну, какой есть. Вот, теперь у нее будет композитная магия, отлично. Ты меня не читаешь? Так, я не понял, тут тупик что ли? Как-то странно, да? Или я что-то не нашел? Да нет, вроде судя по карте, все нашел. Ладно, пока переместимся здесь, посмотрим. Ну, возможно. Ага, вижу сундук. Так она и учит композит вообще-то. Ты чё? Я ж только что поставил. Кстати, а какие там заклинания-то? Зефира? А смысл? А, нет, это Зефира.
плюс регенера получилось All Generata. All Cura. Records HP Row, Alias and Cure Same Status Elements. Ну, короче, всех лечит и всех от статусов, да? Четвертого уровня, но это, извини, у меня нету такого. В смысле всунь? Так у нее же вроде... Вон спирит шестого уровня у нее. А, вот это вот? Ну да, вот это надо заменить. Ага, лифт. Так, ну и чего? Куда? На дно? Не, наверх. Ну, к сундуку это хорошо. Это всегда приветствуется. Резет? Это какая магия? Не, в белый не вижу, да? Нет. Наверное, спирит. Шестого уровня. Любые параметры. Не понял, как это сбрасывает любые параметры alterations на одного врага. Опа. А, бафы скидывают. О, это то, что нам нужно было на боссе, да? Так, я пока не буду туда вставать. Так, стоп, лифт, а там? Там надо скинуть им лифт. Походу. Точно. Красный. Так, ну сет. Понятно, чем атакует. Ой, стоп, кого? Не то выбрал. А, ну тол. А, тут прости все физикой, да? Ну давай. Ну вот, Дженсен. Давай какую-нибудь композитную. Граунду. А Минг? Минг. Пусть ману восстанавливает. Да, физика его не пробьешь. Но все равно Джесси-то надо как-то пробивать. Внезапно дошло, чё, выкладываю. Потокеры совсем не очень. Вот это внезапно так внезапно.
Ты имеешь в виду по сюжету или, ну, по характеристикам? Ну да. Они сами не могут изучить. Нет, они могут изучить только от предмета, да, как бы изобрести, да, они могут. Так, Минг, давай-ка зефирушку. Сейчас Толтона по-любому положит. Не, выжил. Пока что. Минус 80 МП. А, у него же эта возможность точно крутая. Ну, ждем там зефира. То он уже из последних сил бежит. Да что они промахиваются-то, ну? Ну почему его? Ай, как раз. Давай-ка ты вместо стрельбы поднимешь Толтона. Ну и накинь тогда на него сразу. А, на него не можешь. На себя тогда. А, конкуренция. Ну да, да, возможно. Так, Минг, что ты делаешь? Давай и стой, и все. Хотя, конечно, она могла бы магией тоже атаковать. Но пусть ману восстанавливает понемногу. Да, сейчас это восстанавливается. Вот это Дженсен порешал, понимаю. Косой. Опять его? Не, живой. Так, кого лечить? Толтона? Кто будет лечить? Минг. И ману.
что, встанем? И ничего. Подожди, ты не думаешь, это опасно без Кайма? А, то есть сюда надо уже с Каймом? Ясно. Так, а где у них там открылось это лифт-то? А какой из них, из этих лифтов приехал? По-моему, вот этот. Угу. Подожди, нам нужно дождаться капитана группы сначала. От кого? Ты чё, вы о чём? Упорота? Я что-то не понимаю. Может, надо сюда встать? А, да вот, встретились, и они не хотят туда уходить. Так, а вы чё? А, они очень увертливые, я помню. А сейчас посмотрим. Стоп, а у нее же должна быть композитная третьего уровня, да? А, вот олл-генерата. Олл-кьюра. Но использовать будем олл-флэр. Олл-фара, точнее. Блин, чатик зачитался. Тоже не хотел бы с ним объединяться. Кстати, они нормально по ним попадают. А чё, никто контратаку не умеет, что ли? Никто не отвечает даже на что-то. Короче, проще было не All Flare, а просто Флару на одного пустить и все. Причем действует она как-то слабая. Хотя написано damage up. Coin toss? Нормально. Вот он говорит, типа, мы же не можем без них. А, может, надо поговорить? А, ясно. С
свет стал зеленым. Я думаю, транспортационная система сейчас восстановлена. Не понял. Типа, все должно быть так же, если мы хотим вернуться назад. Все так, вот это что ли он говорит? Типа, все должно быть верным. Установлено или что-то такое. Не, группа нормально сформирована. А навыки, да. Чего? А, у него просто уже не помещается. Я думаю, где скилл линк? Лола, как пролистать? Нельзя? А она что учила? WSP. Кстати, по карте туда можно бежать, но как-то не особо. Ну, снап, потому что это просто как бы форум, это там, где общаются на разные темы. А, опять эти воры. Ну их нафиг. Ну потому что у нас такой админ на СК2 ТВ. Все вопросы к нему. Мы можем... могу я... мы отдохнуть здесь? Отдохнуть? Не, надо поспешить и найти магический камень. Да, но посмотрите на, как сказать, Бой Кинг, мальчика короля. Я не думаю, что он типа сможет идти или что-нибудь. Ну ясно. Я в порядке. А, королевского мальчика. Типа, ты не должен заставлять, что ли, себя или что? Спасибо.
О, халява. Ну, я думаю, как вы уже догадываетесь, на этом стрим заканчивается. Уже почти 4 часа стримлю. Так что, у кого есть вопросы, пожелания, замечания, предложения, пишите в чат. Всем пока, увидимся на следующем стриме.